Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Рандом, и добро пожаловать на вопрос-ответ! Я просто весь на позитиве сейчас, поэтому, ребятки, давайте отвечать на ваши вопросы. И сразу так, без перерыва, просто сразу же мы с вами начинаем. И первое спрашивает меня Волф. Да, я буду вот так вот показывать тех, кто спрашивает. И не говорите, что это плагиат, this is хорошо. Это просто мне понравилась такая тема. Ну что ж, что вдохновляет тебя на съемку видео? Ну, в принципе, ничего. Я просто думаю, почему мне заснять видео? Иду в интернет, ищу материал для видео и снимаю. Либо просто иду в ВКонтакте и отвечаю на ваши вопросы на камеру. По-моему, это довольно-таки неплохо. Итак, назови своего самого любимого актера. И спрашивает Машкара. Ну, странный ник, но бывает. Мой любимый актер — это Пол Уокер. Вот так вот. Он очень классный. Именно потому, что он снялся в «Форсаже». А «Форсаж» — мой любимый фильм, поэтому, соответственно, все те, кто там снимались, мне нравятся. Следующий вопрос спрашивает его Софья Вольхина. И она спрашивает, люблю ли я ужин... О, Господи, ужины. Да. Люблю ли я ужасы? Если нет, то почему? Если да, то какой самый любимый ужастик? Ужасы я просто ненавижу. Если нет, то почему? Ну, потому что просто у меня такой склад психики, что я, в принципе, ненавижу какие-либо ужастики. Следующий вопрос и спрашивает Карасик. И она, или она, или он, не знаю. И, короче, Карасик спрашивает, какое направление в музыке тебе нравится? Не знаю, кто-нибудь слышал про такое направление, как industrial metal, то есть индустриальный металл? Ну, вот это вот мое любимое направление в музыке. Я оставлю ссылку на парочку треков. Просто послушайте, поймите, что это такое. Это очень жестко. Это просто очень жестко. Ну что ж, следующий вопрос. И спрашивает барышня. И она спрашивает, смотрел ли я фильм «Дивергент», понравился ли он мне? Любимая страна, помимо той, в которой живешь, и почему? Нравится ли летать на самолете? И опять же, почему? Ну, «Дивергент» я смотрел. Кстати, офигенный фильм, мне очень понравился. Он просто божественный. Там действительно довольно-таки хороший сюжет. Короче, хороший фильм, он мне очень понравился. Любимая страна – это Турция, потому что там всегда тепло, и я там люблю отдыхать. Мы туда часто с родителями ездим. Ну, следующий вопрос. Люблю ли я летать на самолете? Я просто обожаю летать на самолете, это офигенно. Почему? Потому что когда я лечу на самолете, я понимаю, что вот, через 3 часа я прилечу туда, куда я очень давно хотел, то есть в Турцию. В Турции мы были раз 12, наверное, и каждый раз я все равно понимаю, господи, ура, я лечу в Турцию. И в самолете, как бы, в самолете можно ничем не заниматься. Можно тупо лежать, есть и спать. Особенно круто, если летишь из Москвы в Сан-Франциско. 15 часов просто спишь, кушаешь, спишь, кушаешь. Спишь, кушаешь. Вот. Итак, следующий вопрос. И спрашивает его, сейчас найду, где это. Вот. И спрашивает Елизавета. Какие сериалы ты смотришь, что любишь делать в свободное от учебы время? Ну, в принципе, сериалы я смотрю. Хотя нет, не смотрю, вру, не смотрю сериалы. В принципе, ненавижу сериалы. Бывает иногда просто как от нечего делать. Смотрю телевизор. Ну, просто это бывает очень редко. А вот по поводу того, что я люблю делать свободное от учебы время, я обожаю играть в футбол. Ну, если никто про это не знает, но я просто обожаю играть в футбол. Ну что ж, вот такие вот вопросы были на сегодня. Если тебе понравилось это видео, то оцени его лайком. Оцени лайком. Все, ребят. Оставляйте свои позитивные комментарии в описании, точнее, внизу на ютубе. Меня зовут Рандом, и всем пока, ребят!